И всем привет, вы на телеканале ТКФ ТВ. И сегодня снимаю третью часть сериала «Золушка». Давайте начинать. Я никогда не пойду на бал. Пойду, что ли, уберусь. Никогда мне не быть такой милой и красивой. Господи, кто это дома у меня? Иди сюда, дитя мое. Добрый день, дитя. Ой, дитя. Извините. Добрый день, мэм. Не говори так, моя дорогая. А можно я спрошу, как бы, вы кто? Ты разве не помнишь свою фею крестную? Видно, совсем забыла. Но феи же не бывает. А вот и все бывает. Надо только в это поверить. Ой, ты же опаздываешь на бал. Что ж ты мне разоделась красиво? Хотя тебе наряды не нужны, ты и так красива. Большое спасибо. Я это как бы с ума знаю, но мне все говорят, что я ужасна. Но я не пойду на бал. Что за чепуха? Всех девиц сказали явиться в дворец. Но я не могу, мне запретили. Немножко маскировки, и ты будешь выглядеть идеально. Сейчас я обращу так, чтобы у тебя была карета. И раз, два, три. И вправду чудеса сбываются. Конечно, если ты, конечно, фея. Ну вот, твоя карета подана. О нет, подожди. Мы забыли еще одну деталь. Да, я сама знаю. Мне кажется, подойдет лучше розовый. Розовый? Не знаю. Ну хорошо. Тебе осталось сделать коней, которые бы тебя повезли. Коней? На одного достаточно, правда, дорогая? Ну, конечно, но я не уверена. Точнее, тебе нужна, ну как, мини-прислуга. Ну, конечно, можно. И раз, два, три. Воля. Добрый день, что вы будете делать? Я буду вести вашу карету. Да? Вот, да, посмотрите. О, благодарю. И, конечно, нужен лакей. Простите, я не понимаю. Ну, тот, кто будет, можно сказать, тебя как обслуживать. Не надо, ну, мне и так нравится. Нет-нет, дорогая, я сейчас тебе все сделаю. И раз, два, три. Чу. Ну что? Вы удивительны, спасибо. Добрый день, мадам, я вам готова служить. О, спасибо, ой, милашка вы такая. О, боже правый, как же ты поедешь без одежды? Да, спасибо. Так, смотря по твоему размеру, ты такая худенькая. Так, ладно, превращу тебе самый нормальный костюм. Конечно, он очень скромен, но ведь главное не одежда, а какой сам человек. И раз, два, три. Какой чудесный наряд! Да, ты выглядишь прекрасным. И вправду я прекрасна. Где еще туфли хрустальные сзади? А, ну да, да. Туфли тоже прекрасны. Теперь посмотри на часы. Быстрее в карету. Но хочу тебя предупредить. Чары развеются к 12 часам ночи. Так что успей. Быстрее найди принца. Ладно, удачи тебе, моя дорогая. Спасибо, спасибо. Я так
счастлива. Я никогда не ездила на каретах. Ну что ж, мечты сбываются. Удачи тебе, милая. Желаю, чтобы ты нашла своего принца. Спасибо! Ого, как быстро мы примчались. Мы вас подождем тут. Благодарю. Ой. Так, вы можете пока что походить по замку или сделать то, что хотите. Как тут чудесно! Какой красивый дворец! Ничего лучше я не видела. Какая роскошь, какие чудеса. Тут идеально. А что было у мачехи и ее дочек? Девочки, быстрее сюда идите. Как вы видите, мы тоже... Ой, мы приехали, как и все остальные, в дворец. Мама, тут такое прекрасное место. Мама, я, наверное, точно буду принцессой. С чего это ты будешь? Я буду. А вот и нет, а вот и да. А вот ты нет, а вот и да, а вот и нет, а вот и не да. Нет, да, нет, да. Я буду принцессой. Нет, я, нет, я. Девочки, хватит. Да, мама. Вставайте в очередь, и принц вас выберет. Ну, быстрее. Ладно, мама. Ха, я быстрее. Нет, я быстрее. Молодцы, девочки, я обстою здесь. Как тут мило. Как тут славно. Ой, вон и принц. Он даже на меня и посмотрит. Добрый день, ваше величество. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Следующее. Наверное, никогда я не найду свою принцессу. Сынок, ты найдешь ее, надо просто присмотреться. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Следующее. Я не стал, к сожалению. Здрасте. Следующее. А, блин. Добрый день. Добрый день. Да, вы очень красивый. Ну ладно, следующий. Мы. Подождите, разойдитесь, пожалуйста. Что случилось? Мама, он сказал. Привет, юная леди. Вы мне говорите? Конечно, тебе, ты такая красивая. Ой, да ладно, я не красивая, мне все говорят так. Кого-то она мне напоминает. Вы посмотрите, они сейчас танцевать будут. Девочки, быстрее бегите к нему. Мам, подожди, но не разрешает охрана. Что? Что это значит не разрешает? Девочки, мы должны быть всех лучше. Вы очень чудесная мисс. Благодарю. Не хотели вы бы пройти со мной погулять? Конечно, хотела бы. После прогулки. Как чудесно. Да. Ой, уже часы бьют 12. Извини, но мне пора. Стой, подожди, пожалуйста, стой. Нет.
От нее осталась лишь туфелька.